Здравствуйте, уважаемые телезрители моего канала Music Wars. Сегодня я хотел бы затронуть тему по умениям персонажей. Если вы посмотрите на донатов из топовых групп, то вы увидите, что они обычно все раскачаны примерно одинаково. То есть это дает им преимущество в боях, даже перед друг другом иногда. Давайте рассмотрим, что есть в умениях, что нужно обязательно выкачивать. То есть по возможности, если есть соответствующий навык. Так, поехали. Так, одарение, пассивные умения, талант не нужно. Атлетика, пассивные умения. Лучше раскачивать на последних уровнях, там 27, 28, то есть на 2-3, то есть вполне хватает. Проворство не нужно. Выносливость возможно на один уровень, но не больше. Мастер кунг-фу тоже не нужен. Фехтование. Ну, я себе развил, чтобы повышать удар, но это тоже не нужно. Здесь мощь Геракла тоже не нужно. Это, ну, выпало, ну, думаю, наверное, я от нее избавлюсь. Не нравится мне, потому что не нашел я хорошее оружие дистанционное, массовое. На 23 уровне был хороший калашников. Ну, выше, по крайней мере, что-то такое массовое дистанционное я еще пока не видел. Эх, слепая ярость. Вот этого мне навыка очень не хватает. То есть этот нужен. Каменная кожа. Не критично. Не очень. А вот это хорошее. Броня на 10 урон. Можно нормально урон снести. Блокирование. Блокирование я себе, ну, выкачиваю. Почти на 50% урон сокращает. Причем шанс заблокировать почти каждый четвертый удар. То есть в большинстве случаев блокируют 50% ударов. О, Мститель. Это тоже хорошая вероятность. Почти каждый пятый удар обратно ты отвечаешь, то есть а питомцев вообще обычно перехватывает. Неприкасаемый, это тоже очень хорошо. То есть уклонение также. Если и ударил, то и уклоняется тоже в соответствии. Где-то примерно около 20%, то есть каждый пятый, соответственно, удар двойной. Ну, тут совсем мало, получается 11%, ну, совсем нисколько, то есть. 11%, ну что, это каждый десятый только удар, наверное, проходит. Молниеносность не нужна, дракон не нужен, апперкот хороший, в свое время раскачивал очень интересно, где-то на уровне, наверное, 16 или 17, пока не перекачался к 20 уровню, рассматривал вероятность апперкота, ну просто удар красивый мне понравился. Вдохновение обязательно. Вдохновение, то есть, получается, дает за один раунд два хода. То есть, срабатывает намного чаще, чем 14%. То есть, на это надо смотреть. Обезоруживание не нужно. Саботаж. Имею привычку такую, постоянно носить мало оружия. Поэтому, дополнительно, получается, всегда использую саботаж. Один навык не критичный, но оружие отбирает всегда. Бывает, часто отбирает оружие в высоких уровнях, что дает, ну, более высокое преимущество. Тот же меч света вытаскивает, с помощью него лечится. Два основных моих навыка. То есть я предполагаю, что, ну, раскачивать выше получается амулет я не буду. Реанимация то же самое, то есть там до 10 уровня их раскачивать слишком много звезд нужно, не хватает. То есть на всех подарках этих только сливаешь. Живодер тоже не нужная вещь. Вампиризм. Это я себе специально развил, но навык не критичный и не необходимый. То есть можно им пренебречь, допустим, в отношении, получается, слепой ярости. То есть она бы была лучше. Или той же самой брони. То есть мне просто нравится по самому названию, то есть ника я себе выкачал, чтобы еще больше вылечивался. Ловчий не нужно. Робототехника. Ну, фигня, короче, тоже. Отравка. Тоже фигня. О, вот это хорошее умение, то есть получается, в отношении. Часто используются многими, то есть у нее очень колоссальнейший урон и шанс оглушения просто потрясающий. Ну, я в отношении все равно больше склоняюсь к вампиризму.
Ничего страшного. Два хода и постоим. Деспирадо. Не нужно. Рестайлинг. Фигня. Молния тоже фигня. Проклятие вообще не нужно. Оскорбление. Такая же система. Звездопад. Ну, кому он нужен? Вместе с авианалетом. И оживление то же самое. Это вот средние такие показатели на этот. Вот у меня последний, последнего дистанционно. Но я думаю, тоже буду сбрасывать. Не критично совсем. Два парирования. Ну ладно. Надо копить звезды. Хотя можно было вот здесь на Новый год, пока подарки открывали, можно было их собрать. Навыки неплохие, дают хорошие преимущества. Спасибо большое за просмотр. Будем ждать новых видео. Пока. Счастливо.